Добрый день, дорогие друзья. Посмотрела свой видеоролик, он столько много набрал отзывов, много набрал просмотров и решила рассказать вам вот об этом аромате. Аромат тестировала на себе 3 дня и буду продолжать его носить, потому что я в него влюбилась. Мне было просто интересно, почитав отзывы об этом аромате, интересно его проверить. Я вообще люблю все проверять. Доверяй, но проверяй, как говорится. Итак, вот этот ароматик я приобрела и стала его носить. Смотрите, какой он красивый, какой он шикарный, какой он нежный. Он очень приятный. Пузыречек приятный, флакончик. Очень красивая вот эта цепочечка, но мы, девочки, любим все красивое. Итак, первая нота вот этого ароматика — апельсинки и мандаринки. Апельсины и мандарины. Кислинка приятная, и мандаринки сразу навеивают на воспоминания о Новом годе. Далее нотка сердца, да, у нас идет здесь. Это раскрывается аромат жасмин и пион. Лето. Пион — это как раз июнь месяц, месяц тот, в котором я родилась. Мне он тоже зашел, этот аромат приятный. Ну и в конце он уже благоухает ароматом сандалового дерева. Очень приятный аромат, очень достойный, и мне нравится. Но что я хочу сказать? Я протестировала на себе и потом решила преподнести коллегам, просто посмотреть на их реакцию и в течение дня понаблюдать за коллегами, так как мы на работе любим пить чай в 12 часов дня, да, то мы собираемся в отдельной комнате и пьем чай, обмениваемся своими новостями, опытом, ну кто чем. Работаю я в детском центре по субботам, и протестировала я на тех коллегах, кто работает со мной в центре, потому что мы заняты много, детей много, работаем много. Пришли мы пить чай, и мы не хотим пить чай, мы не хотим кушать вкусняшки, мы просто общаемся. Девчонки говорят: давайте ставить чайник, а мы не хотим пить чай. И потом я открываю девочкам вот такую секретную информацию. Оказывается, вот в этом аромате есть формула бетафролин, комплекс бетафролин. Это тот комплекс, который тягу к еде как бы отклоняет. Таким образом, я 3 дня кушаю просто по физиологическим своим потребностям, то есть утром, в обед и вечером. И чаепитие мне уже как бы и не надо. А раньше мне хотелось конфеточку, раньше мне хотелось пирожное. Может быть, это совпадение, а может быть, это и действительно работает так бетафролин. Я еще буду продолжать проверять это на себе. Но коллеги у меня уже сделали 2 заказа вот на этот аромат. Поэтому я предлагаю попробовать. Аромат стоит всего лишь 1898 рублей. И сейчас он на хорошей акции. Берите, приобретайте, наслаждайтесь ароматом. Ну и понаблюдайте за своей тягой к еде. Я думаю, что это очень интересная находка для нас, девочек. Класс! Подписывайтесь на мой канал, приходите ко мне в Telegram, мой чат, где мы рассматриваем каждую новинку, и я рассказываю о продукции Siberian Wellness. Я буду рада вас всех видеть в моем чате. Мой чат называется «Здоровая красота». Я есть в ВКонтакте, есть в Одноклассниках. Присоединяйтесь, буду рада всех вас видеть. Ну и если вам понравился мой обзор по этому аромату, то, пожалуйста, поставьте свои лайки.